От души желаю я! В этот новогодний вечер пусть сбываются мечты! Оренбуржцы, рады встрече! Снова вместе вы и мы! Закружили белые метели, и в волнении замер весь народ! Наступает праздник самый лучший, самый чистый праздник – Новый год! И зовет олимпийский огонь золотой, будет земля счастливой и молодой. Пусть нужно сделать все, озариться разноцветием огней, чтобы елка разгорит и порадует нас своей. Олимпийское пламя, елочку зажги огнями! Южный округ самый дружный в мире, все готовы? 3-4! 1, 2, 3! Елочка, гори! Она уже горит. Мы старались не зря с вами. Елка вспыхнула огнями, и фанфары здесь звучат. Гости знатные спешат, спешат поздравить весь народ, что в Южном округе живет. Итак, дорогие друзья, под ваши дружные аплодисменты мы встречаем почетных гостей нашего праздника. Это глава администрации города Оренбурга Евгений Сергеевич Арапов. Ваши аплодисменты. Глава Южного округа Валерий Павлович Журавлев. Главный инженер открытого акционерного общества Оренбургская теплогенерирующая компания Валерий Александрович Великороднов. И депутат Оренбургского городского совета Алексей Геннадьевич Кузьмин. Ваши аплодисменты, дружнее! Добрый вечер, дорогие друзья! Приближается Новый год. Старый уходит. 2013 год был юбилейный. Выключайте музыку. Ну так, тише, уже лучше.
Офигеть, сколько бабок этот самец стоит. Это сколько они в год тебе тратят? На карте тратят? Ну, они, наверное, оптом берут и сейчас такие штуки. Что ты трясутся? Оттуда от волны. Лошадка, это пони, лошадка, и го-го. Андрей, ты в очереди стой. Да. А то он занимает, вот тут вставай. Хочешь, иди сюда. И пусть ваш дом, как снежный ком, всегда приходит счастье. Встречайте, творческая мастерская, классная компания.